Сочи – город даже где в середине октября. Тепло, комфортно, и даже несмотря на эти тучи, некоторые умудряются купаться в море. Водичка на самом деле действительно теплая. Если я с недоверием смотрел на тех людей, которые купаются, то сейчас понимаю, что это вполне реально. Но мы купаться не будем, потому что ровно через 10 минут у нашей команды прогулка по городу. Мы к ним присоединимся и немножко прогуляемся по курортному проспекту. Фактически готова к матчу. Девочки-красавицы разминаются перед матчем. Мальчики-красавцы скоро выйдут на газон и тоже проведут свою разминку. Ну а наши болельщики встретили футболистов так, как не встречают ни одну команду в первом дивизионе. Кубань! 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 Мы приехали, чтобы победить! Чтобы победить! Чтобы победить! За пару часов до начала матча на Сочи обрушился, пусть не тропический, но все же ливень, и немножко подмочил газон. Парни говорят, что, конечно, будет играть тяжело, но ради таких болельщиков, коих соберется на трибунах как минимум 500 человек, можно и потерпеть. На Сочи как бы мы особо ничего не готовили. Все тоже наша поддержка. Ну, наверное, более рьяная, так как это своеобразное дерби краевого масштаба. Массовый выезд, просто большое количество людей. Думаю, сегодня мы будем особенно громкие. Постараемся сделать этот матч домашним для Кубани. Организовано, приехало порядка 150 человек. Еще много ехало просто на машинах, на маршрутках и на поездах. Сами покупали. Я думаю, человек 500, может. Первый удар в этом матче остался за Кубанью. И первый, кстати, угловой. Посмотрим, что будет дальше, но, похоже, у наших ребят настрой на победу точно есть. Свисток судьи – это второй тайм. Ну а первый тайм был очень горячий. Горячий на события как на поле, так и на трибунах. Надеюсь, что во втором тайме будет еще более интересно. И мы, наконец, забьем гол. Что Кубань оформила выход в премьер-лигу. Вы видите, как ребята радуются, вы видите, как фанаты радуются, и мы радуемся. Наша команда в премьер-лиге.
считаю, что доездил, вся команда играла, я вышел просто там, еще защитник рикошетом попало, так что эта команда вообще играла, билась и заслужила победу. Вообще все супер, все классно, команда довольна, тренера довольны, вообще все супер. Спасибо, ребята, из всех с премьер-лигой. Спасибо. Сегодня вы молодцы. Вы подарили огромный праздник футбольной Кубани. Ваши имена уже вписаны в историю нашего клуба и историю нашего футбола. Кубань! Кубань!